утро, дорогие друзья. Начинаем новый влог выходных дней, причем рождественский влог сегодня. 6 января, будет ночь перед Рождеством, сочельник. И я поеду к маме с ночевой. Завтра утром моя сестра улетает обратно в Москву. Быстро пролетела неделя. Смотрите, какая у нас погода. У нас плюс 15 на улице, просто трава зеленая. Просто благодать, благодать жить на юге. Ну а я с утреца вот сходила в магазин, купила фрукты. Ну как с утра, ребят? Время час. Но в принципе, с учетом того, что я проснулась 11:30, выпила кофе, пошла в магазин. Вот, так что начинаем этот день просто с прекрасным настроением. Видно, как росится роса на траве? По-моему, нет, не видно, да? Но солнце прям так кидает лучи, такая роса на траве. Блин, красиво. Да. Вот так вот проходят мои выходные. А сейчас приберусь, приготовлю кушать и поеду к маме. Мы со Светой пройдемся по магазинам. Нам по мелочи нужно косметику прикупить. И все, и пойдем. Короче, я царственно пью кока-колу из фужера. Все, я выехала к маме. Сейчас муж закинет до мамы. Вернее, я оттуда Свету заберу, и мы пойдем в магазины, пройдемся по городу. На улице вообще прекрасная погода, правда, вот пасмурно, завтра обещают дожди, сегодня переменная облачность. Поэтому прогуляемся по магазинчикам, что-нибудь посмотрим. В общем, целенаправленно идем за косметикой. Я вот такая. Не стала краситься, не хочу. И завтра воскресенье тоже, короче, ничего. Не буду ни краситься, ни марафетиться. Проведу день дома. Просто поваляюсь, полежу. Такие вот дела. А сегодня к маме с ночевой пойду. Мы чаевничаем. Уже время первый час. И киношку смотрим. Девятого собираемся в аэропорт. Котяра, что делает? Залез на мою пижаму. Элвонь, давай, мне нужно собираться, чтобы ничего не оставить. Элвуша. Зайка. Сели чаевничать пить. Давай, мамуль. Да, рыба красивая. Очни, когда рыбу не запекала, надо будет попробовать. Я ее всегда на воде в сковороде делаю под крышкой. Не, она же вкусно вот так. А запеченная? А сметанкой помазать вообще. Она так-то жирная. Она не чувствуется жирной. Ну, я, видишь, на быструю руку тоже так раз-раз сковороду кинула. Вкуснятина. Как это называют? Кладбище самолетов. Сейчас самолета, говорит, нет, на вот этом полетим. Соберем остатки. Летчик, говорит, почти, говорит, не выпивший. Говорит, пиво, говорит, плюс вчерашнее. Коля. Винтовые все стоят. Каких годов они? Почему не этот? На металлку вот они даже на запчасти не годятся. Сейчас уже на таком не летают. Ну, если стоят, может, для каких-то, может быть, учебных для целей. Да, для учебных, скорее всего, там механиков. Даже пилотов на таких не обучают. Вот.
Астер Авто. Здесь открылся автосалон же. А, я думала, парковка. Здесь эти бэушные машины продают. Привозишь им свою тачку, они тебе ее в полцены оценивают. Кому деньги срочно нужны. Деньги дают и продают потом подороже. Все, что хочешь здесь, от Жигулей до Мерседес. Да уж. Вон люди ходят, что-то смотрят. Обязательно еще в кредит на 10 лет возьмут. Серега, наверное, постоянно на работу ездил, здесь смотрел сюда и решил Кобальт взять. Он, по-моему, здесь, не здесь, интересно, взял. Ну, симпатичная улочка. Вот это вот ведущая к аэропорту прям уже. Да. Тут автобус какой-то. Терминал второй. Нюш, его, наверное, достроили или еще нет? Нет, еще внутри отделочных работ, знаешь, столько еще. Сказали в этом году, чтобы закончили, не знаю. О, чего так много людей улетает? Ну, видишь, задержка рейсов идет, видать. Так, нам здесь... Все, приехали в аэропорт. Собаки чилят на расслабоне, спят. Я бы сейчас рядышком бы прилегла. Как всегда, у ската задержка рейса. Ну, в принципе, не как всегда, да, давно не было задержек. Я тогда один раз только была задержка, когда я летала. Так что нормально. Все. Проводили нашу крошку-картошку. Поедет, полетит. А у нас дождь пошел. Печальненько. Не люблю провожать людей. Не люблю. Люблю встречать. Провожать не люблю. Теперь с кем мне гулять? Вот скажи мне, с кем мне теперь гулять? Всю неделю погулял. У тебя есть с кем? Тренировки, вон куча девчонок. Ой, да. Люба, Катя. Ладно, поехали домой уже. Не хочу, спать хочу. Еще поработать надо. Закончилась лафа. Уезжай.